господа! Настал самый долгожданный и прекрасный праздник для студентов! Сегодня выпускникам специальности обслуживания компьютерных сетей и систем, а также строительство и эксплуатация зданий и сооружений и строительство, обслуживание и ремонт железнодорожных путей дневного и заочного отделения будут вручены дипломы младших специалистов. Встречайте, наши выпускники! Приветствуем выпускников группы 4ББТ-87, классный руководитель Антонова Виктория Леонидовна. Thank you.
защита диплома. Вы достойно справились со всеми испытаниями. Сегодня в этом зале собрались люди, которые прошли вместе с вами ваш сложный, но такой интересный студенческий путь. Есть среди этих людей самые близкие. И родные, преподаватели, наставники, руководители практик. Все те, кто причастен к вашему профессиональному становлению. Много будет в этом зале светлых лиц и добрых слов. Все сейчас хотят поздравить дорогих выпускников. А сейчас для нас исполнит песню солистка группы «Альянс» Павленко Мария. Thank you.
девушка нашего сердца, нашей души. Я хочу пожелать вам только светлых дорог, исполнения ваших желаний и все мечты, которые у вас зародились к сегодняшнему году, исполнились. Я хочу поблагодарить родителей за то внимание, которое вы оказывали своим детям, за поддержку нас в наших порывах и начинаниях и за тот результат, который мы на сегодня имеем. Дорогие ребята, в добрый путь! Успехов вам желаю всего доброго. И как в песне поется, долетайте до самого солнца и назад возвращайтесь домой. Мы всегда будем рады вас видеть и радоваться вашим успехам. Разделим с вами любое ваше горе, поделимся своими радостями и печалями. Всего вам доброго, ребята. Спасибо. Дорогие выпускники, поздравить вас пришли студенты младших курсов. Примите от них в подарок этот номер. Работа, да, которую любишь. Самое большое богатство
– это здоровье. Самый большой дар – это любовь. Помните об этом и никогда ни о чем не жалейте. Были уверены в том, что наши дети были под надежным крылом.
Уважаемые родители, я, конечно же, поздравляю нас с вами с тем, что сегодня мы с вами приобретаем новый статус. Мы становимся родителями специализированных, дипломированных специалистов, правильно? Я думаю, что это дорогого стоит. Ну и глядя, конечно же, в зал и видя перед собой столько красивых, молодых, перспективных юношей и девушек, я, конечно же, обращаюсь к вам, ребята. Я желаю вам найти себя в этой жизни. Сегодня вы получили первую профессию. Никто не знает, она будет единственная. Или вы будете углублять свои знания в данном направлении, или пойдете совершенно по другому направлению. Но еще раз вам говорю, я желаю вам найти себя, самореализоваться, быть нужным себе и окружающим. Уважайте педагогов, уважайте окружающих себя людей, любите и берегите своих родителей и цените ту дружбу, которую вы приобрели в этих стенах. 100 путей у вас в жизни, 100 дорог. Пусть хранит вас дети Бог. Поверьте моим искренним словам. Я желаю только счастья вам. Долгих 4 года учебы, и вот они пролетели.
Теперь уже позади радости и волнения первой сессии, огорчения и неудачи, заботы и успехи. Продолжая традиции выпускников нашего колледжа, на память о нас мы хотим сегодня подарить своим отделениям подарки. Thank you.
нашего коллектива «Краски» этот танец. С этим днем, с вручением дипломов, сегодня вы их получите в руки,
У вас был для кого-то долгий, для кого-то, может быть, недолгий путь. 3-4 года вы до него шли. Разные были усилия, условия получения этого диплома. Но вы показали в итоге хорошие знания, и вы его заслужили. Дорогие, еще раз скажу, дорогие наши выпускники, я желаю вам всего-всего самого доброго. Я хочу, чтобы вы нашли себя, чтобы у вас была работа по душе. Не останавливайтесь на достигнутом. Идите дальше учиться в университеты, институты, академии. Вот. Я прошу вас, чтобы вы сегодня, придя домой, сказали огромное спасибо своим родителям, которые вложили в вас свою душу и сердце. Я думаю, вы тоже все благодарны преподавателям, которые вас учили, которые вас воспитывали. Хотелось бы сказать огромное спасибо преподавателям за тот труд, который они вложили в вас. Сказать огромное спасибо родителям за ваших прекрасных детей. И у нас вот есть такие вот небольшие награды. Я бы хотела их вручить нашим выпускникам. Это уже последние награды в стенах колледжа. Почетная знака колледжа за вакуумные достижения вручается постольному Евгену. Спасибо.
пилотные проекты. На підставі цього наказую присвоїти кваліфікацію техніка-будівельника і вручити диплом з відзнакою Корольову Руслану Владленовичу. Мирошкіну Ігі Володимировичу. Перепілиці Яні Сергіївні. Чуру Андрію Петровичу. Рейдю Гані Павлівні. Присвоїти кваліфікацію техніка-будівельника і вручити диплом звичайного зразка Кузьменко Андрію Юрійовичу. Кузьменко Івану Миколаєвичу. Лук'янченкову Івану Миколаєвичу. Москалюк Анжеліні Сергіївні. Присвоїти кваліфікацію техніка будівельника і вручити диплом звичайного
102,
чтобы друзья нашли себе дело, чтобы встречали настоящую любовь. Вперед, выпускники, шагайте смело. Мы счастья и удачи желаем вновь. Объявляется закрытым. Мы не говорим вам прощайте, мы говорим вам до свидания. До новых встреч.